привет. Мы находимся в Корнеле. Корнел – это один из старых, один из дорогих, один из знаменитых и один из самых лучших университетов Америки. А также он очень знаменит в мире. Мы сюда очень часто ездим гулять, потому что он не только университет, но он еще и очень красивое место. Корнел – это просто... будешь по нему гулять каждый день, и каждый день ты будешь находить новое. Мы просто сюда часто ездим, гуляем. Теперь мы будем снимать здесь очень часто и показывать вам. Тут много событий, много всего интересного. Сейчас мы припарковались. Парковку тоже сегодня найти почему-то было сложно. Сегодня здесь много людей. Потом заборы здесь были маленькие. Сейчас поставили большие решетки. Говорят, что все-таки студенты периодически совершают отсюда прыжки самоубийственные. Значит, я сейчас переключаю камеру, чтобы все хорошо показывать. И буду комментировать по необходимости. Гуляйте с нами. Вот так выглядит здешний местный водопад. Он, конечно, человеческий труд творения. Но как бы... Когда мимо меня пробежала эта спортсменка, я захотел самой. Ну, спортсменки разные бывают. Так что вот здесь такие окошки сделали, чтобы мы могли сфотографировать и посмотреть. Ну вот поставили эти решетки, раньше их не было. Вот такой красивый. Слился с природой. Вот это озеро. Стекает в реку. Там дальше еще есть водопады, которые стекают уже. Это река стекает в озеро. Вот так. Вот тут появилась традиция после того, как сделали этот забор. Появилась традиция вешать замочки. Вот мы идем по этому мостику. Вот так выглядит эта сторона. Вот. Там мост впереди, по нему ездят машины. Мы по нему тоже пройдем. Идем дальше. Это как озеро называется? Бибр? Вот смотрите, летают эти гуси. Нет, это... Биборы, вот так называют. Нет. Или бибилы. Ага, я вижу. Смотри, гуси там. Купаются, ребят. Она искусственная. Она же плотина. Я думаю, если плотину эту убрать, она вся вода будет. Идем дальше. Дальше идем. У нас какие-то французские люди пошли, наверное, канадские. Ну, они по одежде отличаются от американских. Вот такие здания здесь в Корнеле. Это учебные корпуса. Вот это. Дальше идут уже какие-то жилые здания и перемешанные тоже с учебными. Да, это французы. А вот это день. Туда пойдем? Туда? А вот это кампус. Это женское общежитие. Здесь живут девчонки. Почему у него и как бы народ такой более европейского такого типа. Тут все студенты модные, не считая тех, что в пижамах. И бегающие, и обучение здесь стоит 50 тысяч в год.
50 тысяч долларов в год. Поэтому можно реально при определенных условиях здесь учиться бесплатно за счет государства. Но не думаю, что это очень такое частое событие. Вот это вот все плетется летом. Все это кампус, все это общежитие. Вот у нас фотографирующая семья. А дальше уже идут более современные здания. Тут есть и площадки для игры. Волейбол, баскетбол, теннис. Пожарный гидрант. Это пожарный гигант. Да, гигант. Пожарный гигант. Ой. Все еще, конечно, лысые. Все деревья лысые. Тут летом красота. Вот еще один. А, это все та же бегунья. Я хотела сказать, еще один бегун. А это все она же. Вот американское явление. Плюс 10 сегодня. Снег еще не везде растаял, честно говоря. Но только вышло солнце и чуть-чуть потеплело. Он уже... Люди на травке в раздетом виде отдыхают, загорают. Так что... Хотя травка еще даже не зазеленела. Ну да, любят они это дело. Вот волейбольные поля, о которых я говорила. Вот песочек насыпан. Ой! Кто-то в меня врезался. Сори! Вот как раз вот за этим зданием, которое я уже показывала со двора, вот находятся волейбольные площадки. Вот те здания, как особняки, вроде как стоят там сзади, это все отдано тоже студентам. Там студенты снимают апартменты. Вот здесь живут студенты. Вот парковка для них обязательно. Смотри, мы с этой горки еще не снимали. Вот мы в Корнелл 4 года гуляем, и каждый раз находим какие-то новые тропы, где мы еще не снимали. Вот эту улочку обязательно. Так что с этого ракурса у нас еще не было фотографий. Автобус ходит по кампусу, то есть по этому университету, по территории. Вот такие домики. Возможно, это жилой дом. Ну, то есть это точно жилой дом, только в нем могут жить студенты, не на несколько квартир поделен, а могут жить какие-то одна семья. Вот это красивое здание, красное. Вот. Красивое. Сейчас пройдут люди, что будут впереди них бежать. Да, в основном учатся здесь китайцы. Самые богатые китайцы. Это вот какие-то наши люди белые. Спускаемся со ступени. Вот какой красивенький домик. Здесь все домики красивые. Вот там идут улочки с жилыми домами. Там уже профессорские, декановские и так далее. Кстати, по материальному положению можно судить по машинам. Материальное положение студентов. Ну, это такая скромненькая. Лан Крузер. Старенький. Лан Крузер. Скромненький. Старенький, скромненький Лан Крузер. Ну что, вниз пойдем давай. Туда мы еще походим. А это как бы первый экскурс. Вот это все, это же общежитие уже с другого бока. Мы его просто обошли вокруг. А вон какой-то киоск, приезжает сюда автобус, продает студентам еду. Вот тут заехала на Volkswagen, это я нам на студенты. Маленький вот этот автобус. Ага, это знаменитый. Ну, это какой-то новенький. Ну, хорошо выглядит, наверное. Ну, хороший домик, да? Да.
автобусы. Итака Молл. Вот он в Молл везет, в торговый центр. Ой! Несется как ненормально. Как сумасшедший. А вон, смотрите, красивый тоже в этом здании. Тоже такое терраса на для студентов гулять. Балдежно. Вот учиться здесь. Были бы деньги. Да, но это не значит, что если есть деньги, что вы еще сюда и поступите. Несмотря на то, что это дорого стоит, ты все равно должен сдавать экзамены, чтобы здесь учиться. И тоже это нелегко. Так как он готовит лучших специалистов, очень хороших специалистов, то и поступить сюда даже с деньгами не так уж и легко. Здесь идем. Скажем так, в прошлом году я читал список, он входит в лучшие 15 университетов мира. Лучшие 15 университетов мира. Он на 14-м месте, по-моему, но все равно. Мы сейчас перейдем и дальше пошли, через мостик пойдем. Вот мы вышли из жилой как бы части. Мы, конечно, всю ее не обошли, мы просто зашли и вышли, можно сказать, на входе. Просто так, в ознакомительной форме. Вот это какой-то корпус. Тут и они имеют название. Ну что тут внешне, с внешней стороны не написано название.